Ребята, я... Ребята, здравствуйте еще раз. Я в шоке, не могу вам это не записать, не рассказать. Короче, я решила купить это инкубатор, который яйца вытаскивает. Потому что я устала уже курей покупать. Хочу свои, короче, да? И я заказала. Сегодня позвонил мой сын, да? И говорит, уже пришло, приди. И я Истеван говорю, Истеван, иди забери. Вот он пришел, ребята, сейчас хочу вам снять, показать. Ребята, что вы думаете? С нас деньги не взяли. Почему? Потому что щедрый заплатил сам, лично. Подарок мне сделал, ребята. Как вам, а? Я говорю, не может быть. Мой говорит, 3 килограмма 15 грамм. Не знаю, почему он такой тяжелый. До 4 килограмма. А может, коробка выдерживает так? Короче, вот нам пришло, сейчас посмотрим. А ну давай вытаскивай. Заказал Истеван мне, Истеван говорит, надо же заплатить. Кванто кутава? 100 евро. 100 евро мне щедрый подарил, ребята. Дай бог ему здоровья. Все, девчата, я... Аври, я продалась, короче. Теперь он у меня самый золотой зять, ребята. Вот сделал мне подарок. Он сказал Адаму, Адам, я там... Адам ему сказал, должно прийти, потому что это контрабольство, это когда ты домой посылка приходит, оплачиваешь. Не вот так по счету. Я по счету 10 мас. А? 10 мас, ага. И это самое, мы Истеван выбрал, все, заказал. И Истеван сказал, Адам, ты заплати, я потом приду, тебе отдам деньги. И сейчас Адам говорит, приди, забери Истевану. Мне сказал, Истеван пошел забрать. Истеван вытаскивает стольник отдать, и Адам говорит, нет, мой отец заплатил. Истеван говорит, как твой отец заплатил? Он говорит, да, решил сделать подарок. Так что вот такой подарок, ребята. Посмотрите, как хорошо прошло. Сейчас посмотрим, как... Ой, тяжело вытащить. О, вот так. О. Как в лаборатории, говорит Истеван. Смотрите, как хорошо он запаковал и все. Ой, ребята, теперь у меня будет своя собственная. Какая прелесть. Про кванто его на компромисс? Для 24. Вот у меня точно такая есть. Вот наподобие такой, без такой крышки. У меня просто вот здесь термометр стоял вот так. Вот этот термометр найти не можем. И вот эти штучки не так они, не такие они. Сейчас я вам покажу. Абри, есть температура? Да, здесь температура, это все электронное. Без никакого термометра. Он сам как термометр. И она электронная, короче, она сама вот так. Мотор? Да, она сама, короче, переворачивается и все. А, дай бог здоровья, щедрый, что ты мне такую вещь подарил. Это какой-то свет, видать. Не знаю, это потом, если он мне посмотрит все. No sé. Sí, mira, él no se va a caer nunca. Si en un momento dado él no se cayese, él... Здесь книжка есть, ребята? Esto ya no sé yo. Puede ser esto, mira, te lo dan como de repuesto. Здесь книжка. Сколько температуры, все. Потому что я знаю, что от температуры зависит... у тебя девочка или мальчик будет? Es una linterna como para que tú lo alumbres y veas. Так, ребята, дай бог здоровья, щедро мой. Все, теперь, девочки, щедрый мой любимый. Ну, все, ребята. Так. Это, наверное, есть на испанском. Это надо посмотреть. Потому что я, знаете, что делаю? Я включаю, потом что-нибудь грохнется, а потом я только пересматриваю. Это надо все прочитать, все посмотреть, как что работает, сколько... Температура какая должна быть, сколько дней. Это все написано. Даже в этих очках я не вижу. Вот это все для температуры. Ага. Ну все, ребята, теперь у меня будет свои куры. Дай бог здоровья моему зятьку. Ребята, никогда от него такого не ожидала. Это не потому, что он 100 евро дал, ребята. Это потому, что такой подарок для меня очень дорогой. Это...
Это на каком языке? Здесь надо язык найти, да? Наверное, есть на испанском, на английском, на каком? Не знаю, на каком языке. Короче, это надо посмотреть. Да, это... С какого на какого? А ну... Все, короче, а, ребята, я в шоке, я не ожидала от моего этого, не ожидала. О, щедрый, молодец, позвоню, скажу спасибо. Позвоню обязательно, скажу спасибо ему за такой шикарный подарок. Хоть Эстеван сам хотел его мне подарить, Эстеван пришел, говорит, а что это он будет платить? Я говорю, вот видишь, Эстеван, может, мой сын ему сказал. Но мой сын сам в шоке сказал. Мой отец сказал, нет, она заслужила, я хочу подарить. Спасибо, щедрый, спасибо. Обязательно, сейчас же ему напишу, ребята. Так что я такая довольная, ребята. Какой подарок. Видите, какой у них подъезд красивый. Это специальная такая рампа, которая для этих. Мирейна мама тоже дома, ребята. Это, говорит, тетя Каэтанна. Девчонки, знаете, что я решила сделать? Что-то нам скучно стало с Каэтаночкой. И говорим Каэтаночкой, пойдем в гости. Никогда не ходила, ну, до двери доходила, вовнутрь не заходила. Хочу пойти увидеть бабушку Мирейну. Да? И как раз Каэтаночка чуть-чуть... Что-то она без настроения, девочки. Идем аккуратно. И знаете, вот, не знаю, пускай будет это... Не по-человечески, да, вот у них, да, так. Вот купила чуть-чуть фрукты, ребята. Вот так, да. А Кайтан, как тебе? Хорошо же? Вот купила апельсины, мандарины. И этот, ба, мелочь потратила, ребята. Но это, я думаю, что будет приятно. Она взрослая женщина, я не могу к ней вот так пустыми руками. Какой у нее балкон, Кайтаночка? А, вот этот, да? Который? А, вот этот ихний балкон. И Кайтана говорит, мне так скучно туда-сюда. Я говорю, давай пойдем прогуляемся. И мы хотели пойти прогуляться. А, там, говорит, все слышно. Говорит, они тебя сейчас услышат. Она, Мирея же знает мой голос. И, конечно, нет. И Мирея не знает, что мы идем. И Кайтаночка говорит, давай идем мороженое покушаем. Моя тетя приглашает туда-сюда. И Мирея говорит, уже чуть-чуть. А сейчас 7 часов вечера. Уже чуть-чуть поздно, меня бабушка не пустит туда-сюда. А, смотрите, какие сладости тут продаются. Ой, девчата, как чак-чак даже. Это из Колумбии этот ихний магазин. Ну, тут всякое есть, да? И Кайтаночка говорит, Мирея, идем прогуляемся. И Мирея на бабушку не пустила. Я говорю, и мы вышли вдвоем. И я ей говорю, давай пойдем увидим Мирею к ней домой. И Кайтаночка мне говорит, ой, тетя, что-то... Не знаю, я говорю, почему бы и нет? И Кайтана написала Мирея. Мирея, сейчас я тебе сделаю сюрприз. И вот мы идем. Сейчас посмотрим. Я, наверное, там записывать не буду, но я спрошу, ребята. Бабушка не хочет эту кошку. Вот, это ихний салон. Ну такой, там еще одна. Девчата, больше не буду снимать, все. Мне уже неудобно тоже. Вот, какие часы. Алло, Руссо. Какие часы у них. Вот так у них в зале. Она бедная болеет. Колокао сейчас пьет. Какао пьет бабушка Мирейна. Она заболела чуть-чуть. Девочки, ее снимать не хотела. Но этот, мама тоже. Смотрите, какой кафельный. Me gusta su suelo. Es muy bonito. Me gusta. No te gusta? Eso? No, también me gusta. Это poco visto. Мне очень нравится. Вот коридор, девчата. Вот такой. Да, вот. Ну, испанская квартира. Обычная, взрослая женщина, ребята. Вот, это у них. ¿Cuánto habitación tiene? ¿Es piso grande, no? Sí, grande. No, es un grande piso. Девочки, вот так заходишь. Вот, это ихняя дверь. Aquí, ¿qué hay? Sandra. Una empresa. Это вот так. Ну, продукты. Они здесь и держат. Вот так заходишь. Вот так. Это они мне разрешили с разрешением, девочки. Ничего не делаю без разрешения. Это у них ванная.
Такая маленькая, аккуратненькая. Все очень аккуратно, девчата. Для взрослой женщины это даже очень хорошо. С ней живет ее дочь. С ней живет ее этот... Ее... Это бабушка ее. Этот, Мирейны. Это су абидасион, акеси? Это абидасион? Ага, вали, ясно. А это старший ее сын. Но, ясно. Но Киру там поку молитар не надо. Это ее сын, это комната. А, старший, когда сын походит. А здесь у него отдельная стиралка. Он, короче, отдельно, ребята. Ага. Здесь вот, которые вещи вешают туда они. Ну, здесь можно было кухню сделать. Ей хватает это. Но, это мой вен. Это ихняя кухня, ребята. Это вот такая маленькая кухонка. Все аккуратненько, все хорошо. Вот так холодильник, вот так мебель. И там увен, И там бахтанта вен. Вот. Это комната. Это Мирейна. Мирея, это Абидасион? Это отдельная комната для Миреи. Это Мирейна комната. Мирея, дилю ола, мичикас. А видите, девочки, привет, говорит. Вот ты транкиль. Ой, Мирея, тугату, смотрите, у Миреи кошка есть. Смотрите, какая красивая. Какая-то она ее так любит. Смотрите, как ко мне животные идут, ребята. Вот сразу ко мне идут. Вот не знаю, с чем это связано. С чем это связано? Вот все меня любят, животные. Вот честное слово. Сейчас она мне даже облизывать будет. А, окей. Смотрите. Como se llama? Domino. Domino? Domino. А, Domino. Domino. Qué bonita. Девочки, какая красивая. Они ее не хотят. Sí. Они ее не хотят. Ой, ребята. Как обрадовалась бабушка, что я пришла. Я первый раз к ним зашла. Я всегда на улице, я никогда не поднимаюсь, ребята. Мама Мирейна тоже дома. Ты, говорит, колокол пьешь? Я говорю, да, бабуля, пью. Почему? Мне дают бесплатно, я тебе сейчас дам. Мне дают рис бесплатный, но нехороший. Хочешь для своих курей? Я говорю, хочу. Me dice tu madre, arroz, ¿quieres? ¿Con quién estás hablando? ¿Eso qué es, una cámara? Hombre, claro. Si soy blogger, coño, si tú lo sabes. Ya, pues yo no sabía, que yo pensé que llevaba... No pican, no muerden. ¿Qué van a morder? ¿Qué van a picar? No, Sandra, si te comportas bien con tu madre y tu madre habla bien, yo te invito a mi casa. Porque tu madre muchas veces... A ver, la voy a enseñar a las chicas. A ver. Yo quiero enseñar todas las chicas. ¿Por qué no, me si tienes que dar? Porque es que tengo. Si tiene usted... Si gastáis, porque tengo muchas. Si tiene muchas, vale. Si no, nada. Tengo Dios. Tres paquetes no puedo comer. Muchas gracias. No me tenía no, que dar ti. Nada. Девочки, смотрите. Она мне печенье. Con esta estoy ya agradecida con mi nieta. Она пенсионерка. Она пенсионерка, и ей дают бесплатно. И она вот мне дает. Смотрите, колокол она мне дала. Смотрите, какао. Вот так, какао. Две пачки. Две пачки какао. И смотрите, сколько пачек риса, потому что они не едят его, ей не нравится. А я курям, девочки. Como soy blogger, ahora y tú lo sabes, que soy blogger, y yo cuento toda de mi vida. Yo, por ejemplo, ahora iba a verle a su nieta y le digo a las chicas, chicas, vamos a verla a Mireia. Yo nunca no he ido, yo digo, voy a ir a verlo porque son, ahora se ha puesto malita. Pero si voy a venir un día a tomar café, ¿eh? Si es que no quiero dar. Aquí no nos movemos. Sí, yo no quiero dar problemas. Solo me muevo por la mañana 2 horas. Tú no te mueves y tú te pierdes muchas veces. Yo me muevo. Déjalo. Por la mañana. Sandra, dos mira, horas. ¿Cuántas veces yo he hablado con tu madre y tu madre llorando buscándote a ti? ¿Es verdad o mentira? Y llorando, ¿eh?
Porque tú te vas y no lo dices ni dónde está. Y tu madre dice, a ver si te ha pasado algo. Si estás viva, no estás viva. Es que déjalo, Sandra, no quiero. Está que no se va. Si el resto del año me tira, me ha tirado. No quiero. Está perdido en la Navidad. ¿Tú sabes que la mujer lo que ha pasado? Yo lo sé porque yo la oído su, como ella estaba preocupada. Que Dios no quiera. Ahora imagínate, tu hija sale y no viene una noche entera. ¿Qué vas a pensar? Bueno. Por lo menos podías llamar y decir, mamá, yo estoy bien. No voy a venir anoche, no te preocupes. Y ya está, Sandra. Tú no sabes lo que pasa. Toda mi vida trabajando con una loca. Я говорю, по, ты уходишь, говорю, маме ничего не говоришь, твоя мама плачет. Ладно, девочки, это не надо для канала.